Очередной лесной пожар вспыхнул сегодня в области Абай на территории Бегенского лесничества. Загорелась сухая трава. Предварительная площадь 20 гектаров. Из-за сильного ветра стихия перешла в верховой пожар. На тушение направлены 100 человек. Это личный состав ДЧС и военнослужащие, а также более 20 единиц техники, авиации, МЧС. Вблизи расположена зона отдыха Шушкала, где в настоящее время находятся люди. Им рекомендовано покинуть территорию из-за возможного задымления. На место возникновения пожара прибыл аким области Нурлан Уранхаев и вылетел министр по ЧС Рамх Шерипханов. Напомню, только 13 июля в семье Урмана сообщали о полной ликвидации масштабного лесного пожара, бушевавшего в области в начале июня. Тогда стихия унесла 14 жизней, уничтожила 60 тысяч гектаров леса. Огонь тушили больше месяца, свыше 1500 человек.